Привет, друзья. Нужно ответить на вопрос срочный, поэтому это промежуточный маленький ролик, одну минуту. Мне тут друг написал насчет молчания на приглашение на мозговой штурм известных ваших друзей. Почему вы просто не напишите, что это же страх, наверное, охватил людей, толкает на обман, самообман и так далее. У них там много подписчиков, там, ну, у кого-то там 150, у кого-то 300, у кого-то миллион или 2 миллиона есть. А у вас его 50 тысяч почти. Ну, что же им, какой смысл? Они, наверное, боятся. Страх, что ли, всех охватил? Да. Что им прибавится от того, что вы там месяц делаете? Ну, вот видите, понять их можно, конечно. Да, и пожалеть можно. Но иногда и послать хочется. Так прямо написали мне. Молодцы, сподвижники. Спасибо вам. Действительно, да, действительно. Это удивительно. Это удивительно. Как все-таки сильно влияет вот это вот. Ну ладно, бог с ним. Это промежуточный ролик. До связи. Будет следующий. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новости. Мы же готовимся интересное дело сделать. До встречи.